Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется 148 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. В столице нашей республики выявлено 84 новых случая. Необходимо обратить внимание, что, несмотря на то, что у нас с вами началась учебная неделя, количество детских случаев не зарегистрировано. По 6 случаев зарегистрировано в Намском, 5 в Верхоянском, Янском, Улусе, по 7 случаев в Амгинском, Мирнинском и Татинском. По 4 случая зарегистрировано в Ленском, Мигино-Кангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском, по 3 случая в Вилюйском и Горном. По 2 случая зарегистрировано в Алайховском, Верхневилюйском, Оленёкском, Сунтарском и по 1 случаю в Алёкминском и Хангаласском Улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, особенно жители Хангаласского Улуса и Вилюйской группы улусов, необходимо обратить внимание на то, что количество случаев выявленных коронавирусного носительства, они увеличиваются практически каждый день и фиксируются каждый день на протяжении последних 3 недель. В связи с этим необходимые меры, которые сегодня рекомендуются гражданам, являются обязательными для органов местного самоуправления, должны соблюдаться. Лабораториями Управления Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения продолжают осуществляться исследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 3613 исследований. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается непосредственно у нас процедура, связанная с вакцинацией населения. На сегодня использована вакцина 69,2% от общего объема поступивших в республику. Вакцина постоянно в республику поступает, как для вакцинации, так и для ревакцинации. На сегодня в республику поступило 482 755 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Получили первую дозу 328 442 человека. Ревакцинировалось 5607 человек. Еще раз обращаю внимание жителей республики на необходимость ревакцинации в тех случаях, когда были провакцинированы по истечении 6 месяцев и, соответственно, либо переболели в течение 6 месяцев. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на все усилия, которые применяют сегодня медицинские работники, несмотря на все усилия, которые мы с вами применяем для того, чтобы защищаться от инфекции, тем не менее продолжают фиксироваться смертельные случаи на территории республики. В основном это все случаи достаточно тяжелые. Врачи принимают все меры для того, чтобы сохранять жизнь пациентов. В основном все случаи сегодня вообще попадания в больницы, они связаны с гражданами, которые вакцину не получали. Все, кто получал вакцину, проходят течение заболевания, проходит легче в зависимости, конечно же, по состоянию от основных заболеваний, которые имеют граждане. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации для того, чтобы избежать в том числе несчастных, печальных случаев.